настроение было, как ни странно, очень спокойное с утра. Вообще не переживал до того момента, как не приехал за мной друг, и мы не поехали в барбершоп. Уже началось какое-то волнение по дороге. Посадили нас за одну парту. Вообще общались год, как были друзьями, лучшими друзьями. Предложение получилось такое спонтанное, можно сказать. Был праздник 14 февраля. Вот, я заказал столик в ресторане. Вот, заранее договорился с официантом, чтобы, в общем, когда она вынесла счет, в счете было написано, что «Дорогая, я тебя люблю, выходи за меня». Вот, и я в это время достаю кольцо из кармана. Я открываю, и ну там было выделено сразу, и молчали минуту, наверное. Я не понимала, точно ли это нам принесли. И тут он из кармана достал кольцо. Будущем, ну, хотелось бы большой дом, частный дом большой, вот, чтобы собаку хочу очень сильно.